Тем Кантемир написал Дедице письмо к стихам своим, обращение к своим собственным стихотворным произведениям. Скучен вам стихи мои, ящик. Что это значит? Сразу давайте подумаем. Скучен вам стихи мои, ящик. Так, то есть стихи в ящике лежат, конечно. Да. И им это скучно. Правда? Скучен вам стихи мои, ящик. 10 целых, где вы лет тоскуете, в тени заключали. Итак, 10 лет стихи заперты в ящике. Видимо, стола, да? Под замком. Да, под замком. Жадно воли просите. Это как? Ну воли просите. Хотите на волю, конечно. Хотите без ничего? Льстите себе сами, что примет весело вас всяк гостей веселых. И взлюбит ища свою пользу и славу. Что много и вам, и мне достанется славу. Жадно волю просите, повторяется Кантемир, да? И ваши докуки нудят мне дозволять то, что вредно. Знаю, нам будет. Нам это кому? Ему и стихам. Ему и стихам. Это будет вредно. Если я вас выпущу, значит, будет нам с вами вредно, да, плохо. И не хотя, смотрите, как написано, еще хотя, это живое деепричастие, да, хотя, что делать, хотеть. Мы сейчас пишем не хотя, слитно, хотя, союз. А здесь не хотя, вот уж дозволяю свободу. Это что значит? Я вот этим стихам дозволяю свободу. Это как? Ну, выпускаю их в печать. Я выпускаю их не то чтобы в печать. В редакцию. Но в свет. Чтобы все их переписывали, конечно. Прочли. Когда из рук пойдете уж в руки, скоро вы раскаетесь, что сносить не знали темноту, и что себе лишно вы ласкали. Это значит, что вы, может быть, раскаетесь. Что излишнюю славу какую-то хотели найти. Дальше, конечно, о славе речь. Славы жадность знаю я, многим нос разбила. Это как? Нос разбила. Просто кто дождал славы, хлоп по носу, конечно. Пока в вас цвет новости лесной не увянет, народ всегда к новости лаком. Честь нас станет. Будут читать вас? Будут, не волнуйтесь. И умным понравится голой правды сила. Пал ли тут цвет? Больше часть часов уж присудит, что предерзостный мой ум вас беспутно блудит. Бесстройным злословием назовут вас смело, хоть гораздо разница злословия гнусно. От стихов, кои злой нрав пятнают искусно. Что имеется в виду? Злословие и стихи, которые пятнают злой нрав. Это одно и то же? Нет. Злословие это? Зло. Злословие это, я говорю, он гад. Тут гад. Вот и гад. Это злословие. Правда? Левита. А что такое стихи, которые пятнают злословие? Это сатира. Это сатира, конечно, прежде всего.
Меня меж бодливыми причислят быками. Мало кто склонен смотреть чистыми глазами. Другие, что я в таком труде упражнялся, ни возрасту своему приличному, ни чину хулить станут. То есть другие станут опять-таки обвинять, что это он в своем прекрасном чине, а чин канцемира, министра в сущности, в его годы. Посол, помните, да? Он был посланником и в Англии, и в Франции. Он представлял нашу с вами страну, Россию, и во Франции, и в Англии. Это не что-нибудь. И чин, конечно, был высок. И так другие станут хулить. Годен всяк по хулке причину сыскать. Это тоже понятно. И не пощадят того, кто старался прочих по хулке открыть. Станет напрасно вы, к стихам заметьте, да, вы, внушать и доводить словом своим ясно, что молодых лет плоды вы не ущербили, не могу я к делам час важнейшим и нужным, что должность моя всегда нашла мя досужным. То есть я находил время, чтобы вас писать. Без ущерба прочим делам, да? Что полезны иногда подобные были людям стихи. Лишний час скажет мне трудно. И стихи писать всегда дело безрассудно. Он не скрывает, что для него это досуг. Но досуг оказывается полезный. Оказывается, это может быть полезно людям. Зависть вас пошевеля. Вас от кого? Да, стихи. Вас стихов. Найдет, что я новых и древних окрал творцов. А что значит? Что, может, он писал часть сюжета у древних? Что я позаимствовал, наверное, да, у древних и новых. И что вру по-русски. То, что по-римски давно уж и по-французски сказано красивее. Мысль понятна? Да. То есть, что я повторяюсь, что сказали французы, что сказали римляне, да? И более того, они это сказали красивее. Слово «врать» не говорило. Всегда неправду, да? Нечудно с готовых стихов чаят, то есть думает, да, кто-то, здраво, согласно законам смысла, мерно две строки кончит тем же звоном. Тем же звоном, то есть той же рифмой, конечно. Дескать, нетрудно переписать у француза по-русски, добавив нашу рифму. Когда уж и с Салиным, и с Салиным, это как? То есть уже совсем затертым, но они передавались много раз. Затертым, значит, их читали, да? Правда? Время ваше пройдет, под пылью, мольем на корм кинутым. Это как мольем на корм кинутым. Моль еще на то есть их моль съест стихи мои, да? Забыты. Гнусно лежать станете, в один сверток свитый, или с бавою, или с ершом. Это, как бы сказать, массовая литература того времени. В
повесть обо Вем, повесть о Ерше Ершовиче. Вот то, что тиражировалось во многих экземплярах. Или с Бавовым, или с Ершом. И, наконец, дойдет, будет пророчество, дух служит немало, вам рог обвертеть с собой икру или сало. Это как? Зачем пойдет его стихи? Обертку, конечно. Продавщица продаст вам икру или сало и завернет стихи. Узнаете вы тогда, что поздно уж сеть обрицает, когда в сеть уже попалась, что сколь не сладко своя воля им казалась. Не без вреда своего презирают дети советы отцовские. Не без вреда своего презирают дети советы отцовские. Это как? Дети – это, конечно, стихи. Отлично. Так? Совет отцовский, отец, конечно, автор. Да. Не без вреда своего. Послушайтесь хотя бы немножко, да? К стихам своим. В речах вы признаете последних мою любовь к вам. Человек, который прекрасно понимает, вот стихи, которые он писал, их не напечатывают. Он их пускает в свет. Он прекрасно знает, что с ними будет. Кто-то прочтет, кто-то осудит, да? Кто-то будет их заворачивать. Рыбу, да? Кто-то их просто выкинет. Кто-то их просто выкинет, совершенно верно. Пускай. Идите туда. Вот о чем он говорит. И параллельное стихотворение, о котором мы поговорим в следующий раз, написанное почти через 2 столетия, оно об этом же. Я прошу вас параллельный текст прочесть. И я надеюсь, что мы разберем его.